поздравляю с Новым годом и желаю я народу, пусть нас радует погода, пусть не отключают воду. Фотография на паспорт получается офигенно, чтобы была зарплата выше и пониже ее цены. Чтоб любовь была взаимна, отношения крепкие, сильные, непременно хэппи-эндом, чтоб оканчивались пили. Чтобы банк простил на праздник, на квартиру и ипотеку, чтоб за оскорбинкой только находили его в день. Всем желаю я здоровья, чтобы не было напасти, пусть гаишник остановит, только чтоб сказать вам здрасте. Всем мужчинам я желаю дам красивых и с мозгами, а прекрасной половине не встречаться с дураками. Чтобы каждый день улыбкой награждал тебя начальник, чтобы кофе не кончался, чтобы был горячим чайник. Креативным креатива не скучно без релиза, чтобы было много пива, чтобы выдавались визы. Вам желаю очень много, что еще желаю, не знаю, чтобы вы писали в блогах, все читалось и ебает. Чтобы не было похмелья после дорогих напитков, чтобы чувство эйфории не нуждалось в подпитке. Новый год я вам желаю, чтобы не был вечер грустным, чтобы шампанское играло, чтобы оливье был вкусным, чтобы все мечты сбывались, чтобы не был шанс упущен. А теперь скажи по факту, что мы ждем в году грядущем? Чтобы всем всего хватало в социальных магазинах, с нашим-то запасом нефти, адекватных цен бензина. Корвалола, хоть залейся, раз уж нет нормальных пенсий. Чтоб платить за ком-услуги, денег, как у Билла Гейтса, от госслужащего брата, у него ума палата. Ждем врачам и педагогам повышения зарплаты. Новый год все верят в чудо, Павлодар и Чикаго. Власть, имущие для народа, применяй ее во благо. Я желаю людям счастья, как простая дочь народа. Дорогие казахстанцы, с новым счастьем, с Новым годом! А кто такой Елебаев? Thank you.